Когда мы задумывали действительно этот проект, еще не было ковида. Мы просто искали способ, как вывести музей за пределы своих стен, новым языком объясниться с нашим городом, художникам дать эту возможность, сделать послание. Случилось сейчас, мне кажется, актуальность действа только возросла. Здесь можно посмотреть на то, как писали книги в допетровской Руси, о том, какова была первая печатная книга «Апостол», сделанная печатной в Москве Иваном Федоровым, о том, что из себя представляет еще одно такое чисто славянское изобретение – вязь, которой украшались книги. Часть проекта – это 15 букв-инсталляций, 15 замечательных скульптур, сделанных художниками Санкт-Петербурга по мотивам тех или иных кириллических графем. И буквы, по сути дела, превращают наш город в большую выставочную площадку. Они размещены по Василеостровскому району, в Центральном районе, на стрелке Заячьего острова у Петропавловской крепости.